Просто удивляешься, so как вы смогли так отупеть. Das ist ganz Europa. Это во всей Европе так. Wo man so blöd ist. Где все настолько уже тупее. Und immer noch blöder wird. И все тупеет и тупеет дальше. Wo man die Tiere immer auf engeren Raum hält. Где животных держат все на меньшем и меньшем площадях. Пластикбюн, шпальтенбюн. Используют пластик для укрытия. Свиней вообще в клетках держат, они абсолютно двигаться не могут. За моей спиной находится домик свиней, который содержится в вольном выпасе. Территория, на которой содержатся свиньи, огорожена электропастухом. Электропастух – это ограждение, которое находится под небольшим электрическим напряжением. То есть там есть проводник, и животное, когда подходит и соприкасается с проводником, оно получает небольшое количество электричества, а животное сразу понимает, что туда ходить не надо. А сейчас виден водоем, который животное использует для того, чтобы принять ванну и напиться воды. Unsere Kühe Наши коровы fressen das Reifeisenfutter nicht. Они не будут есть еду от Reifeisen. Diese Monokultur. Это же монокультурное. Und dort drin да. fühlen sie sich richtig wohl und die sauer. Они себя отлично чувствуют. Wenn sie das sehen für die Schweine. Если они Wie gesund das die sind und die vermehren sie und как junge und fressen und ackern. Едят, und die Rinder glänzen vor Gesundheit. Das Pferd genauso. Die Schafe. Dann braucht er das ja nur nachmachen. Das ist schwierig. Неужели это так сложно? Nein. Нет. Sie bleiben bei seinem Reifeisenfutter. Они остаются, Kraftfutter стоят на своем, kaufen. Покупают у Райфайзена для них корм. Genossenschaft, meine ich, nicht? У всяких объединений, товариществ. Und die Kühe werden angehängt am Tor. Привязывают своих коров. Und draußen das Futter gemäht und die Gefangenen im Stall gefüttert. И отдают им, они стоят в своем хлеву и им дают вот эту еду. Das müsst ihr euch vorstellen und in welchem Ausmaß. Представьте себе, в каких масштабах это все происходит. Этих милых животных Запхольцер использует как мини-экскаваторы специального назначения. Лучшее использование этих хрюшек – подготавливать поверхность к тому, чтобы быть засеянной. Так выглядит поверхность, подготовленная свиньями под посадки. Перфект! Hier Salat, Samen, Karotten drauf. Alles voll. Getreide besser kann es nicht sein. Конечно же, и зерновые лучше, но и быть не может. Конечно же, подразумевается смена участков, на которых пасутся эти свиньи. Иначе свиньи будут голодными, а земля очень сильно вспахана. Вот как раз за моей спиной участок полностью обработанный свиньями. Свиней сейчас там уже нет, но очень хорошо видно, что только они могли справиться с таким склоном. Wenn Russland wüsste, если бы в России знали, welche Riesenchance das Land hat, какие шансы, какие огромные шансы есть у этой страны. Wenn sie die Situation erkennen, если бы они понимали, в какой ситуации находятся. Die Fehler von Europa, если бы они видели Westeuropa, ошибки Западной Европы nachmachen. И не совершали их. Sich nicht irreführen lassen, они не дали бы себя запутать. Sondern и das увести Kapital в сторону, an Grundfläche, а использовали этот капитал lernen, земли, которые они знали, natürlich которые zu bewirtschaften. Есть, и обучались бы естественно работать. Das geht bei euch noch viel leichter wie hier. У вас намного все проще, чем viel здесь. Leichter, намного, viel намного produktiver, проще. И намного продуктивнее все было бы. И еще намного меньше работы нужно затрачивать. Das sage ich, mit der Methode, so, я вам могу сказать, моим методом ganz Russland könnte man zum Paradies umwandeln, можно Россию переделать в рай. И каждый крестьянин бы себя хорошо
чувствовать. Es keinen schönen Beruf nicht gibt. Делать, что он захочет, и не будет лучшей профессии, чем крестьянин. Я хочу вам сказать, если у крестьянина есть земля, и он более или менее знает, что с ней делать, он может чувствовать себя как король.